Алло. Чё, идем ебашить? Да, брат. Мы тебя ждали, привет. Мы даже привет. Разобрались в игре. Вы чё, уже играли? Схавал? Она очень страшная. Бля, ребят, игрушка пиздец. Я думаю, сейчас мы постримим ее и будем играть постоянно, потому что это ДБД только круче. Что-то новое. Так, я выживший. Вы тут? Я да. Здесь, кстати. Алло. Да, меня слышно? Алло. Да, слышно всегда. Угу. Если так, для получения дополнительной информации. Вы наносите 2 раза больше урона винтовкой, идете быстрее. А где что найти? У меня вообще нихуя, ни оружия, ничего. А шум, я так понял, я справа. Я меньше шума. Нам нужно это самое, находить арсенал, там будет оружие, и либо машину починить. О-о-о. Давайте, ну это как в пятницу 13, бензин, топливо, ой, топливо, колесо, аккумулятор. Можете не дрочить капот, сука? Я так понимаю, там надо на свету стоять, если хочешь со света, тебя ебут. Он не видит, типа, нет. Он только слышит, блядь. Меня тут со светом. Вы не пиздите много. Уебали. Ну это неудивительно. Все, побежали. Пизда ему. Или нам. А кто за монстра играет? Кто? Бля, музыку сейчас вырубят. Погодите меня, алло! Меня подождите! Я люблю Майнкрафт. Блять, кто нахуй? Шейк, ёбаный. Я люблю вместе Майнкрафт. Ба, блять! Я... А чей молочник? Да. Ебать, он блять. Забанили у тебя в чате за сообщение. Эй, что делать? У меня семья, дети, мама. Я не смогу без чата жить. Чё за хуйня? Саня, отъебись! Что делать-то? А как это? Все, он убежал. Да, Саня, блядь, он здесь! Слышите, похуй! Погодите, ебаный рот, что происходит, блядь, хуйня какая-то. Да, тихо. Да ты? Вы можете тише говорить. Да, тише говорить. Да похуй, как мы говорим, он нас слышит. Это кто? Он, я вижу, он бегает на свету. А тут кентик стоит. Когда он подбегает, это пугало, бегите. Короче, когда он подбегает, свет окна на Т. Ой, блядь! Кого блядь, это кто? Долбоёб. Свет. Тихо. Я маму его ебал! Блядь, это не его съел! Долбоёб, ты чё, стрим снайпишь, что ли, блядь, козёл? Вырубай стрим, нахуй, ебло. Алло, а меня слышно? Да, блядь, какого хуя ты стрим снайпишь, блядь? Не-не-не, у меня показывает, где вы, понял, по карте. А как вот, я, например, меня видно сейчас? Да, видно, я уже специально людей не убиваю. Ладно, давай я отойду, короче, ебашь тебя. Задание. Блядь, а можно карту отрубить? Ты? Да, это я. Карту отрубить можно? У меня внизу показывает, где вы ходите, короче. Если вы будете ходить без шифта, я не вижу, где вы ходите, понял? Ну вот отойди, вот смотри. Ты видишь меня? Ты меня видишь? Не, вот сейчас не вижу. Так я и без шифта хожу. Я без шифта ходила. Так, ладно, давай. Так. Где все остальные, Вов? Умерли, блядь. А нам нужно рак? Блядь, это такой пиздец, блядь. Хуль так сложен-то, блядь. Сядь на корточки, ебло! Как? Це, блядь!
Ебать, блядь. Ну, типа, я вот сейчас буду вообще просто по-лютому, нахуй, хуярить. Чё, надо заставить всех микрофоны включать автоматически. Пусть нахуй идет. Так, надо понять, что надо делать, блядь. Что-то как-то очень сложно играть-то, блядь, получается. А я могу спрыгнуть и не... Типа карту надо изучить просто. Помогите! Ты где? А? Ты где? Кто? Я это. Здесь. Где здесь? Где, блядь? Иди сюда, я тут. Эй. Вова. Да, тихо. Куст ебаный, блядь. Блядь, вообще пиздец, блядь. Тихо, тихо. А как? Я нашел кусты. Я понял, я выкинул. Пойдем в дом. Ну а что, блядь? На корточке, он не видит. Блядь. А где все? Там гайка сдохла, походу. Походу все сдохли. А? Ты слышал? Собака скулит. Меня вот эта хуйня напугала, блядь. Да кто здесь? Гайка, ты? Тихо. Кто скулит? Да тихо, блядь. Умерла гайка. Да, сдохла. У меня в чате начали писать голая гайка, и ты такой, помогите, блядь. Бля, стой, тут реально скулит. Ты можешь мне пиздеть. Да, блядь, Саня не услышит. На С, нажми на С. Да я знаю, блядь, что ползать. В рот. Обрежённая хуйня. Вова. Да. А ты живой, что? Это ломак. Где? В доме. Тихо, он тут. Рядом бегает. В доме. Да. Он сейчас поднимется, я просто боюсь обосраться, типа. Иисус. Ага, вы в доме, блядь. А, блядь!
крысы ебаные. Да я вижу, блядь, мыши. Я не могу вылезти, блядь, я застрял. Блять, это просто пиздец, я хуй знает, бля, ребят. Это так напряженно, блять. Да что тебе надо, блядь, мышь? Чё? Блядь, что им надо, блядь? Хотя он, по-моему, слепится от флеша. Блять, да иди нахуй. Хорошо. Давай договоримся. Ты мне Хесуса? А тебя, можно блядь, вопрос, блять, а какого хуя, типа, я же, блять, ну, в игре было написано, что если тебе слепить, вот ты слепишься? Нет. А вот как ты меня видишь, нахуй, если я сижу, блядь? Ну, я тебя очень размыто вижу, понял? Иди нахуй. А, блядь! Сука, ебать, я дернулся. Вы можете, типа, не пищать, потому что он на ваши звуки приходит, блядь, когда вы пищите? Нет, он нас не слышит. Нет, он нас не слышит. А где Хесус? А я хуй знает. Мышиный отряд, блядь, вы где? Мы тут, я возле лестницы. Вы где? Я тоже вот гайку вижу. Ой, я вижу голову откусываю. Ой, это кто тут еще со мной? А я. Я. Где Вова? А там 6 секунд осталось, 5. Короче, надо просто, слышишь, карту ему отключить, вот эту хуйню, тогда будет интересней. А просто он имбовый слишком. Да ебать. Ну прикольная игруха, мне нравится, кстати. Ну только да. Меня убили сам. Только непонятно, типа, где вообще, как машину найти. Я тоже. Пиздец. Марин, сорян, я не думал, что ты с первого раза сдохнешь. Там надо было тебе на Б нажимать. А че, я не понимаю, я тебя бесконечно могу флешить или нет? Нет, нет, да. Нет, три раза и все. Не, я его больше. Я сам, блядь,
столько раз флешил, пиздец. Я к нему подходил специально, чтобы зафлешить. А ты дай мне создать лобби, я сейчас настройки включу, чтобы баланс был. Слушай, но за этого маньяка супер изи играть, я тебе так. Да, и поэтому. Его точно надо фиксить как-то. Вот, скорость передвижения. Настройки выжившего. Ой. У меня на полторашке стояли. Типа максимально поставь. Криси? Криси, да. Камни. Один, блин, наверное, гайка. Зачем? Правильный путь. А-а-а! Высоко! Тут можно слепоту высоко сделать. Диапазон чуть. Вообще настройки жесткие. Я кому-то другому зашла. Вот, нормально настроить можно было здесь. Он сейчас вообще нихуя видеть не будет. Ну что, погнали? Давай это самое. Нажимайте рейди. Начало. Напугайте гайку кто-нибудь, чтобы она не икала. Дядь, там типа вообще слепота уровень максимальный. Все, вырубаемся. Я настроил нормально, типа, что он средний слышит нас. Алло, кто здесь? Я сержант. Мы одни и все. Я знаю. Я настроил, да, пиздец, там нихуя не видно ему. О, у меня карта. Что надо найти? Ключ, аккумулятор, колесо и топливо. Давайте держаться вместе. И... Ой, пожалуйста. Все, поехали. Погнали. Ломак, погнали мы с тобой, делитесь по парам. А кто где? Как тут же понятно? Все понятно. Я девочка. Где? Короче, где? Я вот. Все, Ломак, я тебя предал, извини, пойдем. Это я. Ну с кем? Подожди, Саня опять что ли монстры? Можете ебало завалить, блядь. Алло, смотрите, это я. Ну пойдем тогда, че, пойдем. Короче. Пойдем. Только присядь на С. Ага. Я знаю. Вот если так будем ходить, он нас не увидит вообще, блядь. Мы, блядь, игру никогда не поражаем. А как камни кидать? А, на У камни кидать, слышите? Чтобы отвлекать его. Это у тебя карта? Чё за У, нахуй, я не понимаю. Камень кинуть на У. Не на У, на Г. Бесплатные стоны от Гайки. Бесплатные стоны от Гайки. Он идет! Выруби фонарь, выруби фонарь. Блять. Да, у меня искра. Ебло, блядь, иди нахуй отсюда, ебана топающий, блядь, ты кто нахуй? Пошел нахуй, у меня ключ. И ты кто, блядь? Выруби. Я тебя вижу. Не надо. Ну если вижу, я, он заебал, как он видит? Блять, надо что-то делать. Я, короче, ползу вроде. Алло, вы тут? Садка, ебало, блядь. Конченый ублюдок, блядь. Он убежал. Да ебало, завали свое. Дураки, блядь. Убежал, говорит, убежал. Ты не убежал, блядь. Пиздец, Марина сейчас сгорит, нахуй.
Еблан на ломаке, блядь, прибежал, нас спалил с Мариной, короче. О, дождик. Не слышно, наверное, нас будет. Не пищи, долбоёб, блядь, ты пищишь, чтобы отвлекать его, нахуй. А, это Марина, извини. Ломака, уёбок. Бежал, блядь. Так, бензин нашел. Где? Показывай. Да. Там машинка горит такая. Снизу. Нету. Сейчас, погоди, я не буду бежать просто. Рататуй, стой, блядь. Блять, другие участники должны тоже что-то сделать. Компаньон мыши это очень хороший компаньон, потому что... Камень, я не понял, на какую кнопку кидать, блядь. Я сказал на У, он на У нихуя не кинул. На Г. Не, у меня их 10. Ой, блядь! Так и думал, блядь, что этот медведь какой-то уёбищный. Я не помню, где машина, блядь. 11 минут. Ладно, похуй, побежали, блядь. Поймает, поймает. Ещё колесо. У меня нет столько места, блядь.
Так, ну уже более понятно, блядь, что делать. Там какой-то ключ надо было повернуть, а не ебу. Причем умерла только одна Марина. Блять, он не должен видеть фонарик, он должен слышать. Домик. Не собака, а мышь, наверное, к машине мне должна принести. А меня крыса ни одна не нашла еще. Моя... крыса-поводырь, блядь, пропала где-то. А, вон машина. Так, топливо. Колесо. Куда колесо устно? А-а-а! А как? Вова. Тихо! Чего? Пиздец, я долбоёб, блядь. Это ж надо было, я смотрю в середину, но я думаю, как в играх обычных. Прикинь, камень нахуй в машину пизданулся. Тебя, кстати, слышно было, когда ты последнее время говорила, вообще не, типа, ноль. Да? Угу. Так вот, у тебя же была машина. Я не видела, где она. Вот, он отвлекается, видишь? Не знаю, сколько раз я, типа, пыталась отвлечь его, он вообще на меня ноль внимания. Ты чё, ебанат, иди нахуй. Нам к машине надо, слышишь? Пойдем к машине. Пойдем. Сейчас объясню. Тут у машины кто-то есть. Колесо спиздив. Во, Реми, привет. Хесус, вот я посмотрю, как во установил. Ну это Хес. А что, он принес что-нибудь или я один принес что-то? Ты, по-моему, один что-то принес. А, да, класс, блядь. Леш пуале, те пьёна. Ебать, льву плей, ёбаный рот, спасибо. Или же по, ле опа, лиже, жо, ле те. Заебал сидеть. Сейчас. Хули он сидит, блядь. Я понял, как это работает, слышишь? Отыгрываем роль крыс. А так вы реально крысы, блядь. Я бы вообще ломаку нашел и возле него бы пищал, как черт, блядь. Согласен. Пойдем найдем ломаку, блядь. Пойдем. Типа, хуила ебаный, шли нормально, прибежал, натопал, да не слышит, говорит.
Ты где? Я возле монстра. Я тоже возле него. А, и кто тут без башки? А, Марина, ты откисла, что ли, тут? Я возле здания кого-то. А, дома. Ну да, без башки, кстати. Сейчас, а где ломака может быть? А, нашел, слышь, нашел. О, там монстр кого-то нашел. Да, монстр кого-то нашел. Да-да-да, пойдем. Пойдем пищать. Схавали. Ломака, блядь. Пизда тебе, понял, крыса ебаная нахуй. Бля, ну он бензинчик нес, а там не нужен бензин, там колеса нужны были. Я хочу поиграть за монстра. Надо выучить просто, здесь колеса, они в ангаре валяются, слышь, Марин? Вот это большом, который? О, да, в ангарах большой. В основном. Блять, я ему и так пиздец какого хуёвого перса сделал, но он все равно убивает, блять. А я, кстати, понял, я захожу в дом, я вообще просто сижу, не двигаюсь, фонарик выключен, он все равно меня видит. Я убегаю в другое место, юзаю маскировку, он все равно меня видит. А непонятно, кстати, как это работает. Мария его на себя забайтил, походу. Я кого-то нашла. Это кайка, блядь. Да? А где ты? В доме, где мой труп. А, она там сидит? Да, по-моему. Сейчас, погодь тогда, иду. А где она, внутри? Нет, снаружи влезла. Поднимаюсь по лестнице, только что-то, по-моему, это не тот дом. Блять, она бежит куда-то в лес, сука. Так, не, нихуя тут нет. Лагерь видишь такой палаточный? Бля, пиздец, народ приваливает наоборот, прикинь, на эту игру. Клёвая. Отвечаю, скоро будут все в нее играть. У него обилка на подсвет есть. Минус один. А нет, не Гайка. А кто у нас Гайка. Остался? А, это Хес! Не, игра кусок говна ебаного, я хуй знаю. Нехуй брыгать, не, ну блядь, все... дебилоид ебучий, блядь. Мы нормально с Мариной жили, пока ты возле нас не потопал, блядь. Ага, я, если что, блядь, на контроле полз. А кто прибежал, потопал, блядь, и умер первый? Я умер, блядь, вообще-то после тебя. Не ты прибежал, говоришь, и он не видит нас, нахуй. Нет. Ты говорил, что он не видит нас. Я типа от него сбежала, а потом ты, ломак, сказал, типа, да он нас не видит, микрофон. И монстр, типа, назад к дому побежал, а я там у лестницы сидела, а то, что он, типа, с нами разговаривал, типа, никого не смущает, реально. Так это уже потом, это же, когда он в дом прибежал, он сказал, можно бота включить и все вместе играть. А там 5 человек тогда. Да, блядь, игра говно, серьезно. Ты охуел, что ли, блядь? Иди нахуй. Да ну реально говно ебаное. Блядь, чел, ты прибежал, натопал, блядь. Да я, блядь, не про это, я про то, что я собрал, блядь, ключи нахуй, бензин ебаный, и где машина ебаная? Тебе должны мыши помогать в этом, алло, которые умерли. Либо учи карту. У мышей радар, если что, снизу, они находят выжившего и ведут его. О, кстати, реально. Привет, а блядь. Не помогал, блядь. Мне Марина помогла, пока мне, блядь, нахуй возле машины я камень в машину не кинул и меня схавали. А вы где? Я возле машины. Да Хесус где, блядь? А он в лесу, его сложно найти. Привет, мышь. Привет, мышь. Давай размножаться крысиным... крысиным сексом. А ты девочка или мальчик? Я мальчик, а ты? Я тоже. Да и ничего такого. Я на Твиче, мне можно. Давай, вставай задом. Не, давай ты задом. Ну, ты что, не можешь не двигаться, блядь, что ли? Нет, а чё ты мне хочешь? Секса хочу, блядь, мужского. Ну, вставай задом. Ладно, я встану задом, хорошо. Блядь, ну все, твое время вышло. Ну, тебе хватило, я думаю. Объясните, Джон, почему Александр Стародуб опять говнарь потлатый? У меня ощущение, что я один, блядь, вещи ищу. Нет, да, какие ощущения? Ты мои вещи пошел, блядь, вставил.
Ну, знаешь, уёбок. Мы с тобой вдвоем, блядь, только это делаем. Уёбок, у меня был ключ, у меня был бензин, блядь. Где у меня был ключ, у меня было, блядь, что у меня еще было? Топливо, два колеса, блядь. Сорян, сейчас я убивал, потому что там вообще нихуя не было видно. Я боялся, что, типа, тут вообще, типа, сразу проиграю. Как ты меня в доме нашел? Типа, меня... Я ж просто, типа, я сидела, вообще не двигалась. Я просто шел, ну, ходил и искал точки. О. По точкам бегал. И прям в упор к тебе присоединился, ну, типа, и вижу ты. Там еще есть способность у этого уёбка, то что зрение лучше становится на 5 секунд. Ну, уже не на 5. Очень смешно. О, я выживший. О, ну все, вам пизда. Он, кстати, попал на то, что я ему вообще сложного сделал, блядь. У него там перезарядка слуха, что-то 24 секунды, слух 3 секунды, блядь. Все, кто со мной? Меня слышно? Да. Карта у кого? У меня руководство есть. Давай, погнали, куда? На дом? Погнали. Фонарики не светите, фонарика видно очень сильно, типа. Фонарики только прям в таких ситуациях. А когда мы бегаем? Иди сюда, Джоин. Ты где? Да. Иди, поделимся. Пойдем. Надо очень медленно ходить, чтобы он не увидел. Радио возьми. Я возьму. Где она? Иди сюда, Джоин. Ты нас слышал же, правильно? Да. Давай не разговаривать. Давай. Лучше не стоять, дядь. Направо сюда. Иди быстрее только. Кто ты? Ты кто? Это я. А, ты только иди тихо. Очень тихо. Когда там нет шары, может золотую что-нибудь? Да разбаньте Саню, блядь, похуй. Зайди быстрее сюда, блядь. Ставил, если что, бежит к нам. Я наверх иду. Я колесо взял. Еще одно колесо, слышь. Взял колесо. Вова, тебе помочь? Эй, ебло. Колесо, говоришь, да? Какое? Вова, я мирный. Ты где? Вова. Стой! Я помогу тебе. Пошел нахуй. Вова, давай я тебя отсосу. Давай. Так, блин. Блядь. Это вот что такое, вот это вот? Так, если вечно ходить по стеночкам, тогда, блядь, вероятность, что я найду машину, еще больше.
по-законному. Колесо есть! А у меня как раз два колеса. Топливо и ключ нужен. Спасибо за саб. Нужно, чтобы пацаны принесли еще. Пацаны, не спамьте, тихо. Мне нужно ключи и топливо найти. А, блядь! Ёбаный нахуй! Ёб твою мать, я так обосрался, блядь. Слышите, ребят, вы тут? Всегда шумно. Он нас не слышит, слышите? Смотрите уровень звука на максимум, когда дождик. Алло, идите спокойно. На мишек не наступите. На ключ, на ключ. А, пошли так. Ну, погнали за мной, быстрее тогда, быстрее за мной, за мной, за мной. О, тихо. Тихо. Даша. Я здесь. Ты где? Даша. Баба-буй. Баба-буй. Долбоёб на кусте, блядь, сядь! Ты кто, нахуй? Блядь! А, понял. Я же не убью. Пошел искать. Долбоёб. Давай, всё. Давай. Ему сейчас по-любому нас спамят, блядь. Управляй, долбоёб, ты что, не знаешь, где заправка, блядь? Топливо. Дай ключ, план. Дай ключ. Ключ. Арин, быстрей. Ставим. Да у меня нет ключа, я колеса поставил. Я вставил ключ, блядь. Да, Марин, быстрей. Что делать-то? Ай, блядь, заправляй. У меня нету след. В смысле? А вы сказали, у вас топливо, блядь. Вы чё, нахуй? Она сказала, аккумулятор и ключ, блядь. Блядь. Ключ я вставил. Саня. Нету. Пойдем, топливо. Он сейчас сюда прибежит. Давай. В дом пойду. Бегаемся. Раз, два, три, побежали. Разделяемся. Вот тут может быть топливо. Какую пепси рекламу, блядь, я на заправке эту хуйню. На
Мишку не настой. Это что? Вот топливо, слышь, топливо нашел. Погнали отсюда. Стой. Это наш. Это Саня, блядь. Блядь. Сука, блядь. Пойдем обратно. Давай на ус. Вливаю. Поехали. Алло. Баба, бу. Алло. Вот вы, суки, блядь. Откройте двери, да, хули себе. Не-не, иди нахуй. Мы поехали, блядь. Пока, лошара ебаная, блядь. Маши меньше, по-моему. Ты чё, охуенно? Охуенно, блядь. Алло, пока, лошара ебаная. Ой, а нахуй. Спасибо, что подождали, блядь. А чё ты, блядь, не пришёл? А слышь, а там ворота открыты тоже можно пройти, я так сделала сейчас. Да. Я спасся. Блядь. Гайка не спаслась, блядь. Пиздец, мы так... Не, раньше было меньше вспышек, нахуя так много поставили? Нет, ты знаешь для чего? Короче, усложняем правила. Включаем микрофоны по дефолту, потому что вот этот грохот нужен для того, чтобы когда он ёбнул, все блякнули и маньяк, ну типа, животное увидело, где кто, блядь. Потому что, когда мы с микрофонами... не по кнопке? Да, не по кнопке. Мы должны были сидеть шепотом молчать. Нет, за монстра пиздец, вообще нихуя не видно. Ты, ну, я так понимаю, ты ни разу не играл за монстра. Да. Там вообще пиздец. Так вот, и когда, типа, ебашит молния, все такие, уааа, блядь. Возможно, да, но не тогда, когда у вас по 10 вспышек, блядь, подряд. Там не 10, там 3. Что ты думаешь, блядь? Я ебаный куст, блядь, сука. Я на Джойна напал. Я не знаю, как его снять, блядь. А я не знаю, как надеть, типа. Так, там ну чё, включай микрофоны тогда. Так, игре? Включен, так, не-не-не, да. Всегда включен. Делайте, да, и... Да чтобы ты сам сделал? Да, я сейчас сделал. Я слышу. Всё, там будем еще лучше. Черепашка. Ебало, заваляшка, блядь. Черепашка. Чё там надо, чё там надо? А чё за... Чё за беглец? Ключ, аккумулятор, три колеса, топливо. Погнали. Ага. Я нашел, я нашел колесо, ребят, колесо нашел. Так, два колеса. Блять, привычка комментировать все, пиздец. А у меня карта, ребят, у меня внизу карта. Давайте. Ломака по кнопкам, нихуярь, долбоёб. Хуйло!
У меня голая гайка! Иду. Голая гайчика. Я одетая. Зад, блядь, перепрыгни за борт, сука! Там машина. Где машина, сука? Я тоже, блядь. Так. Что об этом говори, блядь? Ты кто? Я уёбок. Где машина? Ты орёшь, блядь, дурак, сука. Здесь Хесус! Пятьдесят месяц и ни единого спасибо за сап варзабок. Чё, охуел, что ли? А сейчас что сказал? 50 месяцев. Пануться. Вижу ничего вообще, куда мне бежать, блядь. Гайка палец повилась. Ебанат, здорово. Чё у тебя? Здорово, топливо залил. Ты ебать, ты ещё басбуст ебала, блядь. Я ничего не делал. Осталось колесо и аккумулятор. Аккумулятор есть, колесо осталось.
Алло, есть тут кто-нибудь? Алло. Маньяк, ты тут? Маньяк, ты тут? Ой. Give us a sign. Ебать, капканчик вот это. Адмирал Сазак. Алло. Ёбаный в рот. Ой-ой-ой. Мадин. Ась. Ты где? Приходи сюда. Вы мне опять капкан поставили? Я не ставил капкан. Не убивай только. Эй, ёбаный! Я сняла, если что. Алло, ебанутые. Вы где? Блять, чуть не убили сейчас. Вы где? Ведет. Ну вот, крыса ведет к колесу, наверное. Я тебе дам, блять, крыса, нахуй. А вот крыса. Ой, сука. А вот крыса ведет, нахуй. Колесо ебаное, блядь. О, похоже на правду, может здесь колесо. Но здесь по-любому должно быть колесо. Блядь, заебали эти медведи ебаные.
Если освободить скулящую собаку, то она приведет вас к машине. Чё ты ржёшь? Тихо, ебаный. Чё хотите? Тут. Выключи фонарь. Да нет, я тут. Знаю, где машина. А вон она. Иди нахуй! Блять, ну я был близок. Сука, это просто Привет, я в палатке два колеса нашел, блять. Одно спиздил, в итоге меня убили, блять. Сейчас не могу найти эту палатку, блять. Да и похуй. Главное, чтоб Хесус добежал. А он с колесом? Да, он с колесом, его напугали. Он визгнул как шлюха и убежал куда-то. И больше его никто не видел. У него есть карта? Нет. Ну, ждем его тогда. Это пиздец, игра клевая, я не знаю, что пиздеть. Правда, здесь коммуникации не хватает с людьми. Ну, типа рация, там, вот как в эти, знаешь, пятница 13. Да, да. О, слышишь, поехали, крысы. О, колесо. Мы можем сесть? Да, мы сейчас, погоди. Не, не можем. Я сел. А ой, пизда! Копченому нахуй! Он умер! Чё это? Пиздец, Джо, это обидно? Борьба с вами против! Я так катил. Там один Хесус остался, алло. Бля, вы говорили, вы не будете. Блин, так страшно вот этими кнопками. Да, слышишь, я слышал его только так. Да, клацание вот это вот, тык-тык. Я хочу за маньяка поиграть, дайте. Бля, не рекомендую, пиздец. Знаете, что самое сложное? То, что я ловлю человека раза по 4, наверное. Пизда вам ебанутые, блядь. Ёб твою мать. А, понял. Нихуя не видно. О. Так, рывок на кью. Уа, блядь! А, ебаный лох! Иди блядь! Сюда, нахуй! Ебать! Блядь!
Манда, блядь, иди сюда! Иди ко мне! Ебать! Да ёбаный твой рот, блядь, чё за хуйня? Я мега внимательный, блядь. Иди ко мне. Марин, советую тебе по кнопкам не хуярить просто на будущее. Блядь, ёбаный нахуй рот. Пиздец, они у меня в ахуе сейчас. Ой, а кто это такое просыпается? Ой, а чьи-то глазки открываются? Ночью прыгал и скакал. Да вы заебали, блядь! Ну я у них сейчас все вспышки, блядь, заберу просто. А хуй пососёшь? Кто, я? Уёбище, ты сейчас такую хуяку у меня, блядь, хапнешь. Я только, блядь, тебя увижу, гандон ёбаный, блядь. Пизда тебе, блядь. Правда, нихуя не видно, но... Иди ко мне, блядь! Ебаная, блядь. Куда ты могла уйти? Толстый ублюдок, блядь. Сука. Нихуя не видно. Опа, нашел. Кто тут у нас? Малышок, иди ко мне. Да ты заебал, блядь, уже. Пошел нахуй. Ебало в кукурузу спрятал, блядь. Пошел нахуй, да? Да. Это... Да ты заебал, блядь, уже. Это не смешно, нахуй. Заебал все на... Да ебать! Нет, это нормально, блядь, ебанутый нахуй. Чё за хуйня, блядь, у него 90 вспышек, что ли, блядь? Куда ты убежишь, толстый, блядь?
Да, блядь! Пиздец, мне это вот толстый нахуй интересен больше, чем гайка. Так, ну-ка. Пошёл нахуй! Бля, вы заебали своими флешами, блядь. Куст ебучий, блядь. Жирный ублюдок, блядь. Блядь, как ты заебала нахуй. Ребята, no hate, no hate. Блядь, где-то тут его, сука. А, кобыла. Ускорение. Радио меня доконает, блять, уже. Надо его сломать. Существо может быть. Я, по-моему, охуенно играю. За монстра прям вообще ба. Сука, я правда его не могу найти. Надо машину найти. Нихуя не видно. По-моему, кто-то еще один остался. Блять, это мыши пищат, я понял.
Чё тебе нахуй, съебал? Где этот кустарник ебучий, блядь? Они меня пытаются наебать. А что это у нас тут валяется? Не могу посмотреть. Тиммейт, мамаста. Спасибо, сейчас старый ко мне сам придет. Чё за ним бегать-то? Да, надо, короче, записи с двух стримов выкачать, сделать нарезку, как я Хесуса, блядь, искал. Урод, блядь, ты где, нахуй? Вообще ничего не вижу, блядь. А я не знаю, где он сидит, наверное же. Трупик один есть. Сам себе, блядь, урезал возможности. Алло, Хесус, ты где? Хесус! 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 Ты тут? Пошел нахуй! КБ что? ПР на СЦП сосать. Какое КБ так нахуй? Точно. Это наше фасилити. Алла граната. Заткнись. Чья граната? Это теперь наши фасилити. Всем лежать. Всем терпилам. Блять, вы понимаете, что я его прослушал? Он мимо меня пробегал, блять. Кустик, блять! Думаешь, ты убежала от меня, что ли, блядь? Или что, блядь? Уселся тут, да? Ну тебе же пизда, сдавайся. Хесус. Короче, там еще два раза его поймать, и он сдох. Машину надо найти. Блять, я думал, это свечение, это харча на экране, ёбану. Там.
Чё тебе надо, нахуй? Отведи меня к машине, хомяк. Блядь. Стоп. Чучел наставили мне. Машина, где машина? Бля, вот одного найти самое сложное, блядь. Да, и он проиграл. Иисус! Ну что ты там делаешь? Долбоёб. Куда ты там поставил капкан-то, блядь? Идиот, а я его возьму так. Что, блядь? Сука! Да блядь! Кустик, ты заебал! Кустик! Выходи! Кустик! Кустик, ты опять залез в здание? Что? Твою задницу я залез. Ты чё, уёбище, блядь? Тебе пизда, уёбок. Ох, я тебя сейчас выебу в жопу сам. Мышки, помогите мне. Ой, я здесь, долбоёб! Долбоёб! Лох! Короче, на втором этаже да сидел. Нет, на втором этаже сидел? Ключа ебаного нет. Я, блядь, и на улице, и на первом этаже, и на втором туда-сюда бегал. Ключа нет, пиздец, блядь. Пизда я вас захавал, ну скажите, жестко вас пиздил. Не, ну меня... Не, один захавал, ломака, блядь, 6 раз от меня съебался, это просто забейно. 6 раз мне флешку въебало кинул. Поставил вам сложность толкую, блядь, а себе среднюю. Нет! Клянусь, такая же. Не знаю, мне сдонатили, сказали, что ты наебался. Я специально вернул, потому что, блядь, так нечестно было бы. Давайте, я короче, больше? Так. Конечно. Теперь упрощаю жизнь, блядь. Пошел нахуй! Рейку. Куда еще проще, блядь? Я считаю, что рейком должна быть гаечка. Так, смотрите. Давайте. Пусть будет ломака. А? Ломака ни разу не был. Пусть гайка и ломака поставят, и кому выпадет. Я не да, знаю. Пусть поставят. Ставь, блядь. Ломак, убери о, себе. Что кричишь? Нажми на... А, да, вот. Я поставил себе. Вова, а что ты сделал для Рейка? Я для Рейка сделал звук ходьбы, нет, его не слышно теперь. И слепота у него средняя, а не высокая. Ну, подожди, типа, мы там его забей. Не слышим там такой, теперь? Да, там такой камешек, блядь, на гайке. Нихуя себе, типа... ты что гонишь, блядь?
А как мы тогда будем понимать, ну, рядом он или... Поднимаю потребление энергии. Камней до 4. Ну, бля, они не работают, по-моему, камни. Ну чё, погнали? Давай, давай. Бля, жмите готово. Гаечка, нажми готово. О, бля. Нет, ломака... Блять, ломака будет рейком, понял. Блять, Гайка, ты тут? Да. Пизда, ломака нахуй с видимостью средней. Охуеть. Бля, Вова в это, в дискорде выруби. Почему он не я? Потому что он игнорщик. Пизда нам. А, у меня карта. Всем похуй на карту твою, блядь. Даша, Даша, ладно, я с тобой пойду. Ты где? Я тут сзади. Ты где, Гайка? Гайка, вернись назад, слева. Надо назад повернись. Назад, назад, назад. Да, блядь. Алло! Алло! Ебанутая. Алло, Гайка! Я тут. Ты что, ёбнутый? Наушники перепутаны. Блядь! Алло. Алло. С добрым утром, девочки. Блин, он ну дебил. Это надо исправлять. Вова, как осторожно, вот это? Сейчас заорёт. Дядь, это был дешевый байт, честно. Что надо? Бля! Ты что, дурак? Да. Может быть, я угадаю? Ты чё, опять, блядь? Мы, я иду? Да, я... Ебать! Я угадал! Бери ствол! Пошёл нахуй! Давай, еби его! Красный! На! На! Сосать! Что за хуйня? Эй, стой! Что? Я тебя сейчас застрелю. На нахуй! Вы что, Я вел 89, потом случайно 9 и 9 вел, и открылась эта хуйня, взял пушку и ломаку застрелил. Это самое официально быстрое, блять, вообще, самый быстрый раунд в этой игре, блять. Мне отойти надо. В смысле, вообще выйти, типа? Отойти, да, надо. Ну что, блять, у тебя такого случилось, что тебе надо отойти, скажи. Гайка, ставь черепок. Охуеть, да, это было, ломака это, просто блядь, просто лучший раунд, да, вообще, Эва. Эва. Ломака только прибежал ко мне, я стреляй, блядь! Марина, а, да, все. Я все правильно сделала? Да, да, да. Пацаны, всё. Мы вместе с вами, вместе с чатом, блядь, додумались, как взломать. Вы искали 89, а я просто 9 отгадал. Вова, да нажми готово. О, Рутики тоже косарь кинул. Так, ну что, у нас Гайка будет? Это да, кто-то обогнать хочет. Вышел ну, отсюда. Считайте, вы играли. А клипа не да, будет, да. Только на ютубе пересолить должен быть. О, охуел. Пиздец, охуенно. Вы еще подеритесь. Спасибо, блядь, донатеры, ёб твою мать. Алло, хватит. Игра. Гайка, да, говно, блядь. Получается. Так. Погнали, она сейчас там. Сейчас надо в эту, блядь. Да где это ящик? Я опять угадать сейчас она хочу. Меня все равно... Ой, у меня карта, карта. Тут карта рандомная или нет? Я нашел топливо. Даш. 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 А кто за кем, блядь?
Блять, Вова, такой ты, конечно, приколись. С добрым утром, девочки! Выйди отсюда, разбейник. Но я напиваюсь. Сука. Рудики, спасибо за косарь. Да мне задонать косарь, алё, блядь. Иди нахуй. Задонатили. Где этот ящик? Я отвечаю, сейчас еще раз угадаю. О! Эй, зомщик, блядь. Я еще раз взламываю. Похуй, давай дальше. Я Сломал систему! Как я угадал вообще? Вероятность, что я угадал в прошлом раунде, сколько была, блядь? О, 1% меньше. Двухзначная вероятность это от одного. Это 10. Нихуя я угадал, блядь, получается, реально. Я просто. Не уезжайте! Иду к машине. Крыса уехал. Ты что, ебанутый?
Блин, бежит такая, сука, в камень тыкается, в дерево. Не то. Это такой ор, нахуй. Не, ну я нормально. Заебись, поиграли, блин. Ломака охуенней всех поиграл. Ты пешком сбежал, Вова? Да, и в первой, и во второй части, блядь, сбегание, блядь. Ой, блядь. Ну я заебался уже в нее играть. А, у меня челы хотят фазмофобию, не в это уже, заебало просто. Я предлагаю ее оставить, потому что я за нее манибэк делать не буду.